Здравствуйте всем! Я только что вернулся в США из Москвы, и я хотел сделать новое видео, чтобы показать мой уровень русского языка сейчас, что после месяца в России. Ну, конечно, это не совершенно. Я сказал раньше, что я хочу бегло, свободно говорить по-русски, но я не знаю даже, что это значит. Это был глупый делать этот цел. Я не буду оставить русский язык сейчас. Я так люблю Россию и русских, что я хочу вернуться. И скоро даже. Но я знаю, что мне надо ждать. Это будет не менее чем года, что я буду здесь в США. Может быть, через год я буду вернуться. Я, к сожалению, я не мог видеть Санкт-Петербург. Все москвичи сказали мне, что Санкт-Петербург так красивый, мне обязательно надо его видеть. Что? Я согласен, мне надо видеть, и я буду в будущем. Ну, что еще сказать? Ну, в общем, я не буду очень много говорить о России, о культуре. Вообще, мне очень понравилось. И, конечно, было и некоторые смешные или не очень хорошие вещи, но очень редко бывало это. Вообще, ну, так приветливые люди, добрые, желательные, теплые, и я очень благодарен им для всех. Я думаю, что общение — это главный аспект изучения языка, и эта связь между людьми. Это обязательно надо иметь, чтобы учить хорошо культуру и знать культуру, языки. Это почему мне так нравится учить языки. Ну вот. Я буду писать больше, я надеюсь, на моем блоге. Но сейчас я очень-очень занят. У меня так много, что мне надо делать. Я скоро перееду в Нью-Йорк, потому что я буду учиться там. Вот. И у меня есть другое путешествие скоро. И я буду говорить об этом больше, ну, через несколько дней, я думаю. Ну вот, это все. Вы можете видеть мой уровень, как я говорю сейчас, после путешествия. Я надеюсь, что вам понравилось. И все. Пока.